Итак, представляю участников пятого поединка нашего вечера. Бойцу в синем углу 22 года. Его рост 172 сантиметра, вес 61 килограмм, 600 граммов. Базовый стиль – боевое самбо. В ММА одержал 3 победы, потерпел 5 поражений. Из Украины, представляющий клуб «Харьков Топ Тим» Александр Лунга! Его сегодняшнему сопернику 20 лет, рост бойца 166 сантиметров, при весе 61 килограмм ровно. Базовый стиль – бразильское джиу-джитсу. Провел 5 боев, одержал 5 побед. Из города Грозный, представляющий клуб «Беркут» Мухаммад, гроза авторитетов, Гиназов. Рефери боя Вячеслав Киселев. Бойцы на середину. Итак, правила помним, не нарушаем. Работаем 3 раунда по 5 минут. Внимательно напоминаю, что в затылок позвоночный столб не бьем. Головой не бьем, локтем только в корпус. Колени, ноги в партере только в корпус. Клетку не хватаем. Внимательно слушаем мои команды. Деремся активно на протяжении всего боя. Руки пожали. По местам. Вот, 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 вот
3 секунды первого раунда. Болевым приемом победу одержал Александр Лунга. И аплодисменты для Мухаммада Геназова.